девушка даже на свадьбе кушает. Siblings, this is my sister. This is my brother. We are siblings and we care for each other. Everything we own, we always share. Because we are siblings and we have the same. Это пранк! Это пранк! Это пранк! Это пранк! Камера, помоги, помоги! Это пранк! Это пранк, это пранк! Блядь, пранк, ёпта, блядь! Колесо, сука! Жена у меня рожает! Оля, Оля! Да, ну реально. Чё встал-то, блядь? Звоните, дебилы, блядь! Куда звонить? Скоро? Куда, блядь? Сейчас, сейчас. 1-1-2, блядь! Сейчас. Дебилы! Звоню уже, звоню! Да звони быстрее, блядь! Это пранк! Меня воды отошли, тихо. Я рожаю! Как, блядь? Как, блядь? Встал-то, блядь, ты что не звонишь до сих пор? А давай, ты что, снимай? Пинается, послушай. Это пранк, это пранк. Что это? По-моему, он аж пранканул. Да. Чё, блядь? Сегодня мы решили пранкануть Макса. Пока его нет дома, мы сделаем торт своими руками. Да, да, да. Иди на порежь, я пока пойду в трубку. Че, вот тарелочки? Да, поставь тарелки, чтобы сразу покушали. Побольше кусочек. Как думаешь, лучше вот так резать? Да нет, ну как обычно протыкают и вот начинают вот так вот нарезать. Да нет, вот так вот воткни его. Вы что, угораете, чуваки? Нормально? Братуха, что-то жарковато в тачке. Может, этот кабриолет хапнем? Да, было бы супер. Бро, мне все равно жарко. Бро, будем меняться? Приедем. Не против, если с нами сестренка прогуляется? Да нет, не против. Пойдемте? Да, пойдемте. Давай ручку, Малика. Так классно провели время. Спасибо, что не оставил Малику без внимания. Вот насчет этого я хотел с тобой сегодня весь день поговорить. Мне кажется, Малика хочет мне что-то сделать. Да ладно, не нагоняйся. Вон, смотри, даже сейчас. Да ладно, тебе кажется. Можно. Давай, пока. Пока. Дим, а ну-ка покажи им всем ту дисфункцию ног. Дайди мне не сегодня же. Дисфункция ног. Your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. Good morning.
Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду. Я найду себе много лучше. Держись. Я найду себе совсем другое. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Ничего страшного. Алло, да. Здравствуйте. Не забыл. Прямо сейчас? А может... Ладно, в течение часа будет. Что случилось? Мне надо на работу срочно. Может, потом поедешь? Ты же никак, знаешь, что мне до 11 только гулять можно. Вообще никак. Пойдемте, на такси посажу. Пойдем. Спасибо. Да и весь день на работе был. Сейчас вот к маме еду. Я начала переживать за тебя. Все хорошо? Дин, я за рулем, перезвоню тебе позже, хорошо? Давай, целую. Я даже кидаю. Спасибо. Я так рада, что мы с тобой куда-то выбрались. Мы так давно никуда не ходили гулять. Я тоже очень рад, Дин. Это моя коллега по работе, Белла. А это моя девушка. Приятно познакомиться. Вы очень красивая пара. Очень приятно, Белла. Извините, а где я могу найти Рахима? Не могу до него дозвониться. Его сегодня нет на работе. Он отпросился по состоянию здоровья и уехал домой. Хорошо, спасибо. Привет. Белла. Приятно познакомиться. Алло, Дин. Слушай, а Рахим случайно не у тебя? Перезвоните позже, хорошо? Давай, целую. Кто приходил? Да, квартиры ошиблись. А что ты там встала? Пойдем?